Здравствуйте, все те, кто смотрит меня. Сегодня мы будем с вами рисовать избушку деревенскую. Начнем рисовать с крыши. Крышу мы нарисовали, теперь рисуем стены, которые у нас будут у дома. И дальше продолжаем крышу рисовать. Теперь будем рисовать окна. Сначала мы рисуем окна на чердаке, как на втором этаже. Такое у нас окно будет. И рисуем внизу теперь два окошка у нас будет. И второе рядом. Далее рисуем сбоку дверцу. Здесь у нас будет дверца. И начинаем рисовать. Разделяем окошко на две части. Дорисовываем здесь трубу. Такая у нас труба будет. Далее рисуем. Теперь стараемся рисовать, чтобы у нас дом был похож на избушку. Рисуем бревна. Продолжаем рисовать стены дома. Идут у нас по бревну. Вот здесь, от как бревно начинается, докуда доходит, здесь проводим линию. Также здесь рисуем бревна. Такие вот круги. Они у нас будут похожи на бревна. И далее продолжаем рисовать стены. Здесь еще тоже надо рисовать круги. Бревна такие. Здесь они чуть-чуть поменьше будут, потому что они сбоку. И их надо рисовать чуть-чуть поменьше. Также проводим линии. Далее продолжаем крышу. Здесь проводим вот такую вот линию. И рисуем стены. Теперь рисуем окошко. У нас такое вот разделено.
И здесь также. Теперь рисую у бревен вот такие вот линии, как настоящее бревно, чтобы оно было похоже по кругу. Так рисую на каждом бревне. И здесь то же самое. Также рисуем здесь. Наш домик становится похожим уже на избушку. Такая вот у нас уже получается избушка. Так как мы рисуем избушку зимой, рисуем снег, который лежит на крыше. Вот здесь он. Позначаем, вот так он будет лежать. Такой снег. Здесь он лежит, тут лежит снежок, и здесь лежит снег, также на двери будет снег лежать, здесь ручка такая. Затем делаем вот здесь вот сугробы, рисуем такие. Рисуем тут снег. Нашу избушку. Домик мы будем рисовать красками. Закрашиваем вот эти вот бревна. Они у нас будут оранжевого цвета. Далее вот здесь рисуем стену, она у нас тоже будет оранжевого цвета. И вот здесь вот проведем полоску. Сделаем ее оранжевой. Ребята, я рисую красками акварелью. Далее мы будем рисовать вот здесь вот полоску такую, которая у нас тоже будет идти оранжевого цвета. И бревна рисуем опять. Оранжевого. Далее рисуем стены дома. Они у нас будут вот такого цвета. Thank you.
Окошко делаем желтого цвета. Рисуем снег, который лежит на крыше. Он у нас такого голубого цвета. И осталось нам только нарисовать с вами еще сугробы. Так, продолжаем их с вами рисовать. И можно сказать, у нас домик уже с вами готов почти.